Всем привет! Давно не выходил в эфир, и на то были свои причины. В конце февраля и в начале марта мы занимались возвратом наших туристов с разных уголков мира, с чем мы успешно справились. Все они уже дома. На это понадобилось достаточно большое количество сил и энергии. На сегодняшний день в туризме намечаются положительные тенденции, о которых сегодня и поговорим. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие изменения произошли в туризме, какие направления для нас доступны, куда летаем и сколько это стоит. Важный момент. Пожалуйста, не пишите под моими видео комментарии на политические темы. Такие комментарии я буду удалять, а комментаторов блокировать. Мой канал о туризме, и говорить мы здесь будем только о туризме. Как вы знаете, часть воздушного пространства Беларуси, России и вся Украина закрыта для гражданской авиации. В связи с чем некоторые авиакомпании отменили привычные нам рейсы. Например, Fly Dubai отменил рейс Минск-Дубай вплоть до 26 апреля. При этом авиакомпания Белавия выполняет рейсы по направлению Минск-Дубай. И так как количество желающих улететь из Беларуси хоть куда-нибудь на любом рейсе значительно снизилось, то и цены на перелеты приходят в норму. На конец марта, начало апреля уже можно найти билет из Минска в Дубай за примерно $200. А это значит, что перелет на двоих туда-обратно будет стоить примерно 800, а недельный тур с проживанием в приличном отеле в Дубае обойдется нам в привычные $1400-1500. И это в самый удачный сезон, так как март и апрель – это самые комфортные месяцы по климату в Эмиратах, а еще до 31 марта вы можете посетить Экспо 2020. Это событие мирового масштаба, которое прям обязательно к посещению по моему мнению. Египет у нас сейчас летает, но некоторые туроператоры сняли рейсы из-за снижения спроса и увеличения цены. Рейсы выполняются с дозаправкой в Казахстане. Время в полете примерно 8,5 часов в одну сторону. Доплата за перелет составляет $170 с человека. Я ожидаю стабилизации ситуации, открытия воздушного пространства и переход в нормальный режим функционирования примерно в мае месяце. А также я ожидаю снижения цен на египетские отели, которые в последнее время были завышены. Грузия продолжает летать, прямые рейсы из Минска никто не отменял, и к лету их станет еще больше. По моему мнению, в сезоне 2022 Грузия станет одним из топовых направлений, в первую очередь из-за доступности и цены. Грузия постепенно снимает ковидные ограничения, а тур на двоих на 9-10 ночей стартует от $1000. Цена выглядит довольно привлекательно, и поток туристов в Грузию с каждым годом все больше увеличивается. Прекрасный климат, грузинское гостеприимство, вкусная и недорогая еда, красивая природа, богатая экскурсионная программа – все это привлекает все больше туристов в Грузию. Турция предлагает нам раннее бронирование с вылетами из Минска и регионов РБ. Полетная программа стартует с 19 апреля. Я надеюсь, никаких изменений по срокам не будет и все полетит по плану. Турция – это привычное нам все включено, хорошие инфраструктурные отели для семейного отдыха, и Турция не накладывала и не собирается накладывать никаких ограничений на Беларусь или на Россию. Поэтому с большой долей вероятности это направление будет нам доступно в сезоне 2022. Россия отменила все ограничения по въезду для граждан Беларуси. Соответствующее постановление подписано и действует с 18 марта. Это значит, что теперь мы можем поехать на своем автомобиле в Россию без ограничений и без ПЦР-теста. Еще это значит, что мы сможем вылететь из аэропортов Москвы и прилететь в них обратно беспрепятственно. А еще это значит, что скоро мы увидим автобусные туры в Москву, Санкт-Петербург, Карелию, а возможно и в другие города и регионы России. Курс доллара за последние дни стремится к 3 рублям после достижения отметки практически в 4 рубля, что не может не радовать тех людей, которые зарабатывают в белорусских рублях. А так как таких людей у нас большинство, интерес к турпоездкам начинает увеличиваться. Забронировать туры по всем доступным направлениям вы можете в нашем турагентстве. Проконсультироваться можно по телефонам, которые вы видите на экране.
Всем желаю хорошего настроения, мирного неба над головой. Всем пока и до встречи в новых выпусках.